Друзья, всем здравствуйте. Мы с вами начинаем прохождение Little Nightmares. Надеюсь, вам будет интересно. Присаживайтесь, наливайте чаек. Игра очень атмосферная, очень интересная. По крайней мере, по трейлеру мне прям супер-супер понравилось. Такая страшная девушка нас тут встречает. И давайте сразу с вами по звуку настроим. И кажется, у меня вебка немножко подлагивает. Чуть качество я сброшу, пожалуй. И звука прям вам, чтобы кирпичи можно было накладывать. Ага. Вы там как бы ух, все. Так, на эту сторону, а то мне коситься туда не очень удобно. Тут экран. Где ты? Где ты? Вот ты. Свойства. 3840 вебка. Давайте делать ее меньше, потому что в любом случае... какого-то там величайшего качества ожидать не следует от этого всего. Хорошо. Ну и подлагивать у нас, соответственно, ничего не будет. Поехали. Поехали приступать. Появляемся мы с вами в каком-то чемодане. Вокруг очень сыро. Течет вода. Что я здесь делаю? Кто я? В каком-то желтом балахоне. Вокруг есть консервные банки. Их можно подбирать. Можно ставить. На shift бегаем. О! Кинуть можем, да? На прыжок прыгаем. На правую кнопку мыши, судя по всему... Да, у нас на правую кнопку мыши это обзор. Присесть можем на Ctrl? Можем присесть. А можем сидя бежать? Да, даже можем быстро передвигаться сидя. Хорошо. Бить... А это что такое? А, это меня перебрасывает на другой экран. Я так не хочу. Что у нас здесь происходит? Графика ультра. Весь экран вкл. Да, конечно, весь экран. Почему меня перебрасывает? Это что за дела? Громкость на максималке. Давайте я вам еще добавлю громкости. Вы, если что, у себя просто потом убавите. Сделаю прям на максимум. Общая громкость, максималка. Хорошо. Вернулся и все равно перескакиваю. Зараза. Так, это где-то здесь. Блин, я же все равно буду туда перескакивать, да? Нет, слушайте, не все равно. Хорошо, пойдет. Пойдет. Опа, спасибо за подписочку. Это кто это был? Лопата. Лопата, да. А можно этот подсветить чем-нибудь? О, что-то нашел. Не двигается. Но хватается за нее зато. Ага. Туда-сюда. И нифига. О, что-то нашел. Там что? Блин, нифига не видно, так неинтересно. Ага! Похоже на фонарь. Неплохо. Полезли смотреть, что у нас здесь дальше. Судя по всему, какая-то вентиляция. А мы там могли наверх подняться? Я не могли. А зажигалка от воды не гаснет, типа, да? О, а я ее держу у лица, я ее прячу на скиле. Куда-то приземлились. Лестница, цепи, труба, туман.
Страшно. Кто это там стоит? Ты опасный? Ты опасный? Давай дружить. Драться будешь? Раз на раз выйдешь? А? Это вообще какая-то игрушка. Да, это игрушка, ребят. Напугала, зараза. А я могу метелку взять в руку? Нет, тяжелая. Какой-то я нереально маленький. Палка лежит. Окей. А, ну нам здесь на матрас, все понятно. Тут нам на матрас. Хоть какая-то детская радость наконец-таки. Хорошо, полез, зацепился, подтянулся мужчина. Выход из силы делает, ребят. О, туалетная бумага, это если очень сильно страшно будет, забрал. Оу, кто-то повесился. Оставил записку. Кстати, вы знали интересный факт, когда человек умирает, он часто, все его хранилища, они опустошаются, соответственно, как правило, это абасаты и абасратые. Поэтому, если вам кажется, что будет очень сильно романтично, когда вы вот так вот повеситесь, уверяю вас, романтикой там и не пахло. Цените жизнь. Там пахло совсем другим, но не романтикой. Так, ну тут очевидно, берем стул, подносим к двери. Обратите внимание, то, что стул оставил следы. Видели? Серьезно? Прям так продумали? Да, такое ощущение, что этого следа не было. Кажется, оставляем следы. Давай. Хорош паркур. Какую-то гадость наступил. Ай да я. Что это такое? Фу-фу-фу. Ой, оно следы оставляет, смотрите. У меня теперь ноги грязные. Да, здесь кто-то шел, смотрите. Здесь кто-то шел. К холодильнику. Оу, малыш. Можно я к тебе тоже в гости? Надо было посмотреть, что есть в холодильнике. Привет, дружок. Как дела? Да, смотрите, маленький человечек. Оп. Я его так обнял. Ой, как мило. Я его приобнял, оказывается. Все понятно. Давай с тобой устроим маленький бум. Можем мы это поджечь? Тут просто баллон газовый, судя по всему. Давай сколыхнем эту дыру. О, ты за мной пойдешь? Пойдем. Все, у меня теперь Кент есть, я подружился, ребят. У меня первый друг. Как его назовем? Идешь? Кидок. Назовем его Кидок.
Так, тут чьи-то ботинки. Ага, карабкаться прям вот так можно. Неплохо. А я могу вон на ту палку... За ту палку ухватиться? Не зря же она там, правильно? Нет, не могу. Окей, хорошо, что не умер. Очень атмосферная игра, ребята, прям. Ты будешь цепляться? А, хорошо. Ты кто? Ты меня убивать хочешь, я уверен. Ползешь, да? Так, ну не очень ловко, и спасибо. Не надо. Не надо. Это что? А, тут дверь, нифига себе. Оп. И бежать. Ой. Так, ну те ко мне не пристали, да? А мы можем поджечь бумагу? Аккуратненько. Не-а, не поджигается. Хорошо, давайте ползти по этой двери пытаться, судя по всему. Не ползет. Не ползет. Давайте попробуем смотреться. Ну и куда мне? Оу! Ха! Прикольно. Так, чья-то шляпа. Напугал, зараза. Оу! Я думал, сейчас подожгу. О! О, окружают! Отстаньте! А? Дверь, вижу дверь, вижу дверь, вижу дверь! А? Я чуть не вытекнулся. Окей. Okay. Но они капец со всех сторон облепили. Да ладно, я хотел перепрыгнуть это место. Они реагируют на свет, они вообще спали. Легкие. Легчайшие вообще. Вы заметили, он оставил пятно, и его ножки тоже оставляют пятно. Видите? Вы это видите? Какая красота, а? Опа. Поджигаем сразу как бы. Я поджигатор, ребят. Это сохранение, это чекпоинт, я понял. Банка. На тебе. Окей. Давай шустрей. Еле телишься. Интересно обратить внимание, что когда он бежит, он рукой придерживает зажигалку, чтобы, во-первых, пламя ему ресницы не обжигало, а во-вторых, чтобы не потухло. А, какой смышленый, а. Ветер забывает. Нам вниз? Нет, нам не вниз, нам вон туда. Окей. Дверь. Судя по всему, заперта.
А можно мне какую-нибудь зажигалку побольше, типа там факела, что-нибудь такое? А то как-то света маловато. А, мне типа прям по направлению надо крутить. Но вы, конечно, заморочились. А? Ой. А будь здоров, Джесмок, будь здоров. Так, я понял, мы с вами на скорости, просто на ярости сейчас все успеваем, смотрите. Показываю. Хоп. Изи. Так, а мы поднимались оттуда, да? Там не было никакого секретного прохода. Да, мы поднимались оттуда. Дверь. Блин, зараза такая маленькая. Постоянно меня пугает. Кажется, мы не можем туда пролезть. Да, это не такая дверь, которая вот другая дверь. Это не такая дверь. Это другая. Так, ну там я ничего полезного не вижу. Полезли в дырку. Ага. Ага. Какая-то страшная музыка. Ты мне не нравишься. Слушайте, с такой штуки обычно убегают, да, из какой-нибудь психушки. Или из тюрьмы. А мы зачем туда лезем? За решетку. Зачем? Мальчишка. Ну не кончится это добром, я вам точно говорю. Зря мы сюда залезли. Сидели бы спокойно в своем чемодане, консервы у нас там были. Так, я нашел сортир местный. Много туалетной бумаги, крысы. И 4 унитаза. Да, удобно, как диван, буквой Г, можно сидеть, общаться. Здесь можно, кстати, было телевизор поставить. Неплохо, уютненько. Домашние животные. Так, эта штука у нас под напряжением. И кажется, если мы ее тронем, то будет нам больно, скорее всего. Так, ага, ха-ха. От меня хотели вот так вот легко спрятаться, да? Ха! Я же электрик. Я не понял, а это что, качается? Прям здание качается? А как мне туда? Хорошо. Давай, мальчишка, тащи. Что за таймер? А, он сейчас восстановится, да? Кубики подожжем? Не подожжем. Вы слышали? Паровозик? Туда запрыгнуть, судя по всему, не могу. Давай, давай, мальчишка. Надо смочь! Да он вообще не хочет цепляться. Бессовестный мальчишка, залезай давай. А зачем мне обратно? Так, этим же кидаться можно было, да? Вот тебе понятно. Опа, ребята,
Ребята. Ребята, FIFA началась. Сейчас мы собьем его, секундочку. Как классно, давайте еще, мне понравилось. Давайте, давайте кубик, давайте кубик. Может, кубик зацепится? Надо, надо препятствие поставить. О, мячик зацепился. Смотрите, мячик зацепился. Так, раз. Да блин, так как аккуратненько поставил, хорошо было. Не остановить ничем. Давайте попробуем несколько. У меня своя игра, ребят. Я паровозик нашел. Ой. Я все починю. Ну ты криворукий, малой. Нет, я не починю. Короче, ладно. Ага. А здесь есть ли-нибудь рубильник? Я не видел рубильника. Похоже, тот рубильник идет и сюда. Давайте. Понятно, зачем здесь тогда вот эта тема. Тогда все логично. С первого раза, ребят. Ну, этот скилл, я считаю. Так, главное в унитазе не утонуть. Остальное все мелочи. Ага. Ага. Хорошо. И поскакал. Хорошо. Блин, я там кубики разбросал, всякие поезда. Спотыкаться сейчас буду. Давай, мелкий, давай, 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 давай. Отлично. Да, ребят, судя по всему, это какая-то тюрьма. Камеры, карцер. Строгого режима. И детские игрушки. Тюрьма для детей. Странно. О. Ага. Ага. Уходи. Окей. Вы видели, она, у нее по алгоритму один раз на меня, потом на кровать, потом опять на меня. Понимаете? Хитрожопая какая штука. Бежать, бежать, ломиться. Ломиться. Она плавит мозг, ребята. Эта штука плавит мозг. Я так понимаю, это местная реликвия, зажигалка, да? Прям самый важный предмет по игре будет. Сохранились. По решеточке полез, посмотрите как. Чаётка. Так, там что-то было ещё.
Что-то, ребята, там было. Ой, мелкий. Еще один мелкий. Попался? Маленький засранец. Обнимашки. Да, вас двое, я знаю. Я твоего братика уже обнимал. Или сестренку, не знаю. Держи, свет тебе. Довольный? Славься я, да. Он со мной прыгает, смотрите. Тихо. Да, возможно, если бы он мог, то он пошел бы за мной. Но здесь, так как он не может цепляться, скорее всего. То на нет и сюда нет. Полезли. Полезли. Какой опасный глаз. Карцер. Может, нам там куда-то пробежать можно? Чернила, ручки. Ну и чего я сюда приперся? На глазик посмотреть? Классно. Дали бы хоть что-нибудь. За любознательность. За дверью тоже ничего нету. Удачно, конечно. Ручки, и глазик, и ножки чьи-то. Ну, разработчики не зря как бы напряглись, сделали комнату, да? Блин, возможно, я что-то не понимаю. Может быть, как-то взаимодействовать можно с этой комнатой? Но пока что резонно делать эту комнату я не понял, вот зачем. Глаз я уже такой видел, спасибо за предупреждение. Главное вовремя. Это еще что за выхухоль с длинными руками? Только не суй свои патлы, пожалуйста, под диван. Аккуратно. Осторожно. Тут дети спят, смотрите. Я отгадал, ребята, это тюрьма для детей. Тихонечко, аккуратненько. И втопил, и втопил, и побежал. И поскакал. Опять чьи-то ручки. А, вон вижу сетку, клетку. Погнали. Хоп. Хоп. Прикольно, по стене идет, рукой придерживает стенку. Это кто там пищит? Опять пищит. Давайте никакие палки не будут проваливаться. Живот заболел? Голодный? Только не говори, что мне здесь еще и есть придется. Давай, давай, малыш, двигай. Двигай, двигай, двигай. Столовка как раз, вижу столовку. Сейчас найдем с тобой что-нибудь пожрать, держись. Я не понял, мы каждые три шага, что ли, страдать теперь будем? Слышь, мелкий, дай что-нибудь поесть, а? Малыш, дай поесть, пожалуйста. Здорово. Нифига себе, у тебя там стейк какой. Или это крыса? Это крыса? Не, это как будто бы то ли хлебушек, то ли картошка. На картошку тоже похоже.
Спасибо, дружище, вот прям выручил. Спасибо, друг. Сейчас я тебя освобожу. Как его освободить? Сидит один в столовке, когда все спят, ночью. Крысу картошку ест. Ну, хоть поделился со мной. Малыш, ты чего там? Да, да как тебе помочь-то? Сейчас я иду. Держись, не унывай. Ой, друг, нет, я не иду. Дальше каждый сам за себя. Прости, родной. Я вернусь за тобой обязательно, если дорога будет к тебе какая-нибудь. Я, судя по всему, его уже не увижу, ребят. Так, душевые. Блин, реально какая-то тюрьма. Тут нельзя, я так понимаю, зажигать зажигалку. Когда зажигаешь зажигалку, то на тебя начинают нападать вот эти вот всякие висюльки-какульки. Нам этого не надо. А можем столкнуть ящик? А падать-то далеко. Ну-ка. Я вспомнил Стрея, ребят. У меня синдром кота. Мне надо все выкинуть. А, хорошо, стало сразу на душе. Так, тут под напряжением все. Близко подходить не будем. Хорошо. Так. Ага. Понятно. И висит какая-то куча клеток сваренная. Опа, что нашел? Сразу же поджигать. Чекпоинт есть. Не дотянулся чутка, ребят. Я почему-то не начал бежать. Я почему-то не начал бежать, хотя я зажал shift. Странно. Или какой-то прыжок был слишком маленький, непонятно. Что-то пошло не так. Осторожней, малыш, осторожней от края, осторожней. Хватаемся. Цепляемся. Выход из силы делаем. Слушайте, ну, мальчишка-то атлет. Столько карабкаться. Немножко Ассасин Крида. Или Принца Персии. Кому как нравится. Огонечек-то горит. А, слушайте, она болтается. Она болтается из стороны в сторону. Поэтому я в прошлый раз не зацепился. Нужно было в определенный момент. Да, она немножко, видимо, в сторонку отошла. Полезли. И нам нужно будет туда перепрыгнуть сейчас. Давайте посмотрим, что там выше. Можем мы оглянуться? О-о-о. Ну туда я не допрыгну никак. И там рубильник есть, как раз электричество срубим сейчас. Хорошо. Кажется, повыше надо. Окей. Полезли. Так, рубильник. Два рубильника. Этот рубильник не шевелится, ребят, ни в какую сторону. Давайте попытаем удачу с этим рубильником. Есть. Окей, это не рубильник электричества, ребят. Ну и что? Ага. Ну-ка, иди назад.
Я правильно понимаю, да? Да, кажется, мы должны здесь успевать сейчас. Быстро переворачиваем. Скорей! Хорош. Красота. Ну, цепляйся, мальчишка, или что? Или здесь прыгать надо? Я там не допрыгну никак. Окей. Эй, ну не хватайся, если я тебя не прошу. Или мне сбоку нужно? Хорошо. Давай следующего сюда. Окей. Да, он сразу хватается за рычаг. Странный мальчик. Не допрыгнуть, обязательно отступ нужен. Не очень логично. А здесь цепляется, нормально. А, нам тут и не... Ага, там вон немножко приоткрыто. Здорово. Поджечь обязательно. Оу, там малыш, смотрите. Конечно, я тебя освобожу. Слушайте, это третий? Это третий, которого я освободил? Давай дотянемся, окей. Знакомое место. Такое ощущение, что я здесь уже был. А, ну да, мы же выключили электричество. Блин, это гадость теперь здесь. Да ладно, столько прям. Ребят, давайте не надо. Повылазили, повылазили с каждого душика. С каждой леечки. Хорошо, нам сюда. Ага. Ага. Я не понимаю, почему все это качается, как на палубе. Окей, было непросто, кстати, здесь не просто нужно идти. В моменте нужно ускориться, в моменте замедлиться, перейти на бег. Эй, 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 нет! Серьезно? Хорошо. Так, а мы где появляемся? Да ладно, опять с этой ерундой страдать. Стоп, а что если мы сломаем систему? Ха! Косой глаз. Иди отдыхай, понятно? Так, там не пробегу. А вот здесь могу.
Пойдет. Так, тут давайте сразу на ускоре. Я знаю, чем все это закончится для меня. Прекрасно. Ага. Давай прыгай, пожалуйста, скорее. Окей. Щекочет, щекочет нервы, ребят. Немножко. Ой, малыши, привет. Привет, работяги. Я чур с вами. Все, мы сбежали из тюрьмы. Похоже на то. Привет, друг. А куда он сбежал? Шкаф. Там однозначно проход. Дверь, да? Как мне ее открыть? Давайте подумаем. С этой штукой мы уже знакомы, и она здесь неспроста. Для какой-то цели наверняка. Также здесь есть стул. Может, нам туда как-то со стула надо запрыгнуть? Я не могу увидеть и разглядеть эту дверцу. Я понимаю, что здесь дверца, но я не могу ее разглядеть. Вау. Окей. Нам однозначно нужна вот эта вот табуреточка. Сюда ее. Ха, класс. Блин, там еще лестница наверх была. Сейчас тут глаз вылезет, ну 100%. Нажимай давай. Дети спят, окей. Камеры, да? В разных местах установлены. Да у гадина сидит, дрыхнет. В кладовке с едой. Ага. Это какой-то главный, видимо, рейд-босс местный. Все? Всех посмотрели? Замечательно. Привет, работяга. Да стой ты. Дай обниму тебя. Сбежал, зараза. Да, все, нам, судя по всему, надо возвращаться и по лестнице двигаться наверх. Очень-очень интересно все было. Нифига не понятно, но очень интересно. Здорово. Нашли секретку, но я как-то не получаю с нее удовлетворения.
Давай там что-нибудь сделай. Да отстань ты от ведра, господи. Хорошо. Мелкий, привет. Так, тут не достаем. Ага, замок. Судя по всему, нам нужен ключ. Так, давайте, давайте вот этот сундук попробуем подтащить. Это там бутылка? Что? Ну-ка, ну-ка. Да, бутылка. Хватай ее. Сейчас весело будет. Нет, не хватает. А это что? Это маленькая бутылка. А если тебя брошу, ты разобьешься? Ха! А могу теперь осколок подобрать? Нет? Это же оружие, ты чего? Ладно. Ну, давай, двигай как надо. Угу. Я, кстати, так понимаю, что подобный сундук служил мне домом. Прикольно. Я нашел ключ. Эй, держись. И обратите внимание, что на картинах везде вот эти вот малыши. Так, а там туалетная бумага. Ой. Давайте только, да, вот где-нибудь поближе, пожалуйста, меня. С той стороны как-то удобнее получается. Давай на ускоре. Угу. Полез. Хорошо. Выронил. Да бери ты давай. Тяжелый ключик. Кусок металла такого тащить, прикиньте. Атлет. Маленький атлет. Так, а как я с этой штукой подпрыгну? А, ее туда забросить могу. Ха. Аккуратненько. Кнопка, да? Давайте попробуем эту штуку туда швырнуть. Ну-ка, тихо мне. Сапожки. Еще одна кнопка. Как-то в прошлый раз так ловко получилось. А, он типа с любой точки будет кидать туда. Отсюда можешь? Но.
Колбасит, ребята, колбасит. Это если что, пытаюсь двигаться. Вот отсюда попадешь? А, не попадет. Хорошо. Крысы бегают. Начинается опять, серьезно? Или какая-то другая болезнь? Нет, живот, судя по всему, скрутило, ребят. Что-то не то съел. Тот мальчишка меня отравил, кажется. Блин, нам нужно опять еду найти. Все хорошо будет, малыш, все в порядке, давай, вперед. Так быстро, капец, сколько прошло? Минут, наверное, не знаю, там 15. Совсем немножко времени прошло. Мы не можем не зажечь, подожди. Терпи, терпи. Не поджигает, у, зараза. Вернемся, ладно. Капец, он все ниже и ниже загибается. Давай. Двигайся, давай. Крысы, расступитесь, дайте кусок мяса съем. Я близко уже, давай. Блин, мне не нравится. Давай вылезем из клетки. Мне не нравится в клетке есть. Мне не нравится в клетке есть. Мне не нравится съесть. Давай выйдем. Ну, конечно. Правильно, зачем стримера слушать? Надо сидеть и есть в клетке. Так. Ничего себе, он кидается. Минус ребра просто. Я могу ее с собой взять, серьезно? Так, туда лучше не прыгать. Окей. Может, мне эта штука нужна была где-то здесь? Что-то я об этом не подумал. Может, я мог с ней пролезть? Хотя нет, вряд ли я мог с ней пролезть. Она какая-то очень такая широкая. Сомневаюсь. Так, мальчишка. Давайте попробуем его вытащить вообще. А то нам помогли, а мы никому не помогаем. Что за дела? Блин, я думал, хоть сейчас я кого-нибудь заберу с собой, хоть кого-то спасу в этой игре. Можем как-то скользить? Да, мы можем скользить. Окей. Интересно. Такая функция тоже есть, здорово. А! Сюда надо было бежать. Есть! Я умер?
Меня прищемило, придавило, что произошло? Меня придавило все-таки? Окей. Мелкий, вставай давай. Так, друзья, на этом, наверное, все. Большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, если вдруг новички. Пишите комментарии, хотите ли продолжение данной игры. И если вдруг наберем там много лайков, много комментариев, то продолжим. Мне проект понравился. Очень атмосферный. И я бы хотел уже посмотреть, что будет дальше. Но у нас впереди тут много ТФТ-шных событий, поэтому посмотрим. Пишите комментарии. Обнял. Всего доброго.